Мы на презентации Samsung, и кроме Galaxy S5 здесь показали часы Galaxy Gear 2. Это, наверное, то, чего все так ждали. Они стали тоньше, легче. Пожалуй, из самого главного здесь появилась аппаратная кнопка Home. Вот такая вот металлическая штука. Нажимаем на нее и сразу возвращаемся на наш домашний экран, где можно увидеть время, температуру, батарейку, а также подключены часы к Bluetooth. Камера в Galaxy Gear 2 теперь расположена не в ремешке, а в корпусе самих часов. Кстати, ремешки теперь сменные. Galaxy Gear 2 теперь может быть автономным плеером. Можно на него закачать музыку со смартфона, оставить свой смартфон в машине и уйти домой, слушая музыку с этих часов. Можно подключить, разумеется, наушники по Bluetooth, так как никакого коннектора для наушников здесь не видно. А вот одной нужной штуки Samsung Galaxy Gear 2 лишились. По сравнению с Gear 1 версии, эти часы придется заряжать с помощью специального кредла. Micro-USB зарядка сюда не подойдет. Но это сделано специально, так как эти часы тоже водозащитные, то есть влагозащитные по стандарту IP67. С ними тоже можно быть под дождем, кататься на велосипеде и даже нырять, но не глубоко. Вот здесь есть специальный модуль, который позволяет отслеживать ваш пульс и передавать, разумеется, эту информацию на смартфон. Вот так вот они отщелкиваются, надеваются на руку. Вот такие вот интересные Samsung Gear, а сейчас мы переходим к более тонкой версии Samsung Fit. Такого устройства мы еще не видели. Это не обновленная версия часов, это абсолютно свежий гаджет от Samsung. Это носимый браслет с изогнутым Super AMOLED дисплеем. Такого еще не было действительно ни у кого. Экран очень яркий и изогнутый. В данном гаджете также зарядка с помощью специального кредла, а также модуль, чтобы считывать ваш пульс. Это более компактная версия Samsung Gear 2, но здесь нет камеры, здесь нет плеера, так что этим гаджетом можно пользоваться только для чтения SMS, просмотра звонков и как фитнес-трекером, разумеется. В общем-то, он для этого и сделан. На руке он смотрится достаточно стильно, хотя и немного толстоват, примерно как первые часы Galaxy Gear. Но в целом он лично мне нравится намного больше, чем другие гаджеты от Samsung. Обратите внимание на специальные чехлы, которые делает теперь Samsung. Это чехол с открытым экраном, с открытой частью экрана для Galaxy S5, а также чехол для беспроводной зарядки. И, собственно, сама беспроводная зарядка. Для Galaxy Gear есть запасные ремешки с различными узорами, сердечками. Кроме того, Samsung делает теперь и наушники. Конечно, они большеваты для смартфонных, но, тем не менее, если вы хотите послушать качественный звук, вы можете подключить даже по NFC, судя по значку. Кстати, эти наушники можно будет подключить и к Gear 2, так как он теперь может быть отдельным функциональным плеером. С вами была Fera.ru и Samsung Galaxy S5. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока! А вот мы на стенде Samsung, и Александр Кисель нам сейчас расскажет все про Galaxy Gear 2. Александра? Передаю слово Сергею. Спасибо, Александра.